Рыбалка. Зимняя рыбалка. Самый удачный снасть для ловли рыбы. Всем привет, я Евгений Замятин. Я рыболов и спортивный судья. Раньше я соревновался и судил соревнования, а сейчас я веду этот канал. Этот канал о рыбалке. Сегодня мы будем говорить о зимней рыбалке, о ловле рипуса и о снастях для ловли рипуса. А сегодня мы будем говорить о снасти из тульских мормышек, о гирлянде из тульских мормышек или о гирляндах из тульских мормышек.